Дорогие наши девушки, женщины, я понимаю, что совсем не мартовская погода, но в этот день очень хочется поздравить вас с 8 марта, пожелать вам здоровья, счастья, любви, благополучия. На самом деле это очень здорово, что есть такие праздники, когда можно отметить события, на самом деле без которого, без вас, которое на самом деле невозможно. Очень хочется пожелать вам в этот день всего самого-самого лучшего. Именно того, что вы на самом деле заслуживаете. Здоровья, счастья, любви, море цветов. Не только, естественно, по праздникам. Ну и самое главное – гармонии. Гармония – это очень крутое состояние. Поэтому я каждый из вас в день 8 марта желаю гармонировать. Как минимум, с собой. Всем удачи. С вами был Александр Герченко.